There will be much honor in defeating you, noble infidel. Even if they do not deserve it, I will offer the infidels a fair fight. Despite being an infidel, I respect you in battle. Жду приказаний. Есть! Да? Поднять якорь! Прокладываю курс, милорд! Есть, милорд! Милорд, мы продолжим путь завтра! Я затаюсь до утра. Да, милорд. Милорд, у вас деловые проблемы. Доверьте их мне. Ваше Величество? Опять переговоры? А как же свадьба? Я буду говорить от имени моего народа.
Avete una proposta per la nostra gente? Questo conclude il nostro incontro, giusto? Как зовут вашу проблему? Что вы хотите знать? И чья же торговля вас не устраивает? Их лавки закроются навсегда. Да, милорд. Это выгодное дело. Да, милорд. Дело будет выгодным. Кого будем разорять, милорд? Да, милорд, я их разорю. Выгодное дело. Да, милорд. Even if they do not deserve it, I will offer the infant.
им отомстим! Общий сбор! Атаку! Вражеская армия или стадо овец, готовых пойти под нож мясника? Пойдем-ка, проверим. Воины, ждите приказа. Thank you.
Враги привели подкрепление! Они надеются задавить нас числом! Вражеский полк, хвала Господу, мы взяли в плен вражеского полководца. И по делам ему, трусливой собаке. Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смердам!
эта победа прославит доблестных и отважных воинов Господа. Воины, ждите приказа. Thank you.
берегу! Враг получил подкрепление! Убили их короля. Скорее в атаку, пока они не опомнились. Какое бесчестие! Этот позор можно искупить только кровью врага!
забудем ваш... Мы обречены. Бежим! Назовите нечестивца, и я подвергну его испытанию. Ересь должна быть наказана! Слушаю.